Собираю волосы. Надо готовить, кушать. Ничего делать неохота. У нас дождик. Сейчас даже солнышко выглянуло, да? Хлеб надо поставить. Настя, надо будет сейчас посуду помыть. И это. И стол протереть. Да? Да. Ничего не хочу. И снимать видео не хочу, ничего не хочу. У меня начинается творческий кризис. Это осень, наверное. Ничего делать неохота. Снимать неохота. Есть готовить неохота. Ничего неохота. Да? А тебе, Настя? Мне тоже ничего неохота. Вообще устала. Тебе вообще когда-нибудь что-нибудь охота? Ну, редко. В телефоне посмотреть. Ну, телефон это всегда можно. Как ты не устаешь? Как вы не устаете в телефоне сидеть? Не знаю. Я вообще не понимаю. А ты что, устаешь в телефоне? Ну вот я вчера сидела, смотрела, и я даже устала. Даже устала. Ты что там ходишь? Смотрю, как пробка. Давай, снимай влог. Думаешь, снимай на влог. Снимайте влог. Я в отпуске. Это я маму буду влоги похоже снимать. И ушел. Я же смотрю, Алина, что это? Конечно, тяжело, наверное, да? Вот мама готовит кушать нам. Хочет сварить хлеб. Давайте снимать чтобы влог. Чтобы мы были сыты, да? Никому ничего не охота ничего не делать, да? Ну, давай. Насте надо канал еще создать. Пусть снимает. Давай сейчас создадим уже. Ой, можно же на Настин телефон. Ты ж только в Дзен будешь выкладывать. Тебе не обязательно этот айфон. Либо у папы иногда будешь брать. Настя у нас хочет снимать. Блогером хочет стать. Ничего там не делать, да? На Башкирском, короче, там мы сидели, да? Там учительница сказала, напишите свою профессию. Я думаю, сижу, блин, ну будет стыдно, если наш блогер. И такие, блогер? Что за профессия? Дома сидеть и ничего не делать. Да, я просто врач написала и все. Что за профессия дома сидеть, ничего не делать? Угу. Ты тоже так считаешь, что я сижу, ничего не делаю? Я не считаю так. Ты же каждый день... Слышь, блогерство это же... Не знаю... Это действительно тогда, когда ты уже больше хобби, а не да, профессия. Работа. Надеяться на блогерство однозначно нельзя. Да, Валя? Ну да. Нет надежды на жену. Зачем есть? Ну, это переменчивая же была. Переменчивая. А Элиза, там, кстати, надо будет на втором этаже Настя убираться. Она на моей кровати сидит, смотрит что-то. Там такой бардак, это просто ужас. Я убралась, пусть Элиза убирает все. Нет, там все хорошо надо убирать. Там надо одежду разложить, носки в носки. Вы тогда носки брали и все это. Это Элиза. Хочу солянку приготовить. А чем Настя занята? Снимаю тебя. Солянку надо приготовить. Мы давно не готовили. Ну ты не готовила. А мы давно не кушали. Погода, дождь на улице. Ничего делать неохота. Вообще. Себя пересиливаешь. А все есть просят. Да? Да. Все есть хотят? Угу. Все что-то хотят? А лимон у нас есть хотя бы? Нет, лимон, наверное, надо будет это. Я с папой, или я могу сходить. Посмотрим. Так, что мне надо? Соль добавила, муку добавила, воды мне надо. Мам, давай вот сейчас я запишу и создадим уже. Чего? А то говорим. Да. И что ты будешь? Видео снимать? Да. Что будешь снимать? Не знаю. Я придумал, как бы там лист снять один.
и прогулите все. Валер, ну почему ты по дому не хочешь разводку? Алвин, по дому здесь, во-первых, кабель неизвестно сколько будет. И потом ходить обново запинать здесь так не пройдет. Так нет, просто убрать так, чтобы не ходить и не запинать. А ты как уберешь? У тебя дверь сюда идет? Ну просто его присоедините, все. Ты дверь закроешь, кабель порвали. Все, есть вопрос. Лучше так напрямую там. Настя. А что в полах дырку делать, все делать? Ходим гулять. В уголку там не видно. Иди гуляй, я не могу. Просто нужно один лист с ОСБ снять у меня. Элиза, ты не устала в этих штанах? И она как раз вниз уйдет. А, не знаю, делать. Там вот так промежуток от стены. А ты что, на втором хочешь? Ну ты же говоришь, елку надо туда, и я хочу убрать. Ну мне не нравится там. Ну и поэтому я хочу убрать. Так надо сначала на втором в комнате прибраться, а потом... Там у меня шикарно. Элиза, ты постель заправила? Опять говоришь у меня? Я в тот раз вырезала. У нас шикарно там уже все. Ну, ешь. Надо убраться сначала. Буфе? Ты зачем зеленую ешь? Это зеленую, красную, малиновую. Вот он, блядь, он ждет. Кто ждет? Так, ну открыть. Этот дождик заколебал. Льет. Сейчас они выйдут. Гулять пошла? Ты не устала в этом костюме ходить? Ты уже столько дней в этом костюме гуляешь? Шапку. Только во дворе. Настя тоже идет? Угу. Ладно, жди Настю. Застегни курточку хорошо. Мы встречаемся у дяди Володи. Ну вон Эмиль там. Я у дяди Володи. Хочу лист открутить вот этот. Чтоб провод от интернета пустить. Здесь же зазор есть и там есть. Бурить на свет. Да? И компьютер здесь будет стоять. Новый? Какой новый есть? Ну, этот. Экран. Монитор, да. Ну. А когда мы его возьмем? Завтра, наверное. О, круто. Уже, я так думаю, да. Она во дворе за лопаткой пришла. За лопаткой? Да, у нас. Они сейчас пойдут на песок. Сегодня надо будет переклеивать, да? Ну, да, потом переклеивать придется. Ну, придется. Но... Сейчас я схожу отвертку взять. Это будет подковырнуть мне. Так, наверное, не смогу. Нет, надо какую-нибудь отвертку. Сейчас приду. Угу. Что там папа? Он там обои убирает, чтобы там... Ну и там уберет этот лист там. И хочет, чтобы интернет наверху был и компьютер туда поставит. В угол? Да, прям в угол. Ты там подрасчитал, тебе места хватит. Для компьютера, а что ли? Так я стол так же выставлю, конечно, хватит. Мне. Монитор. Я там в Roblox буду поиграть. Этот. Бэйби картофель. Бэйби? Бэйби, бэйби. Бэйби картофель у мамы. Пошли со мной. Ну, я картошку. Бэйби. Чищу картошку. Все, подожди. Еще тесто поставила. Тесто, оно вон там греется. Ты так не маши резко. Хорошо. Вот тесто здесь. Мешочек. Должно, да? Здесь что ли? Вот. А, вот она как. Там еще где-то самолет есть, что ли? Вот просто так. Ага. Вот это вытащить надо. Аккуратно. Наступить на нее. И эту. Угу. Себе вот целость.
еще саморез. Нет, наверное, не больше, да? Да не вижу, вроде все выкрутил. Офигеть. Че? Просто пенты нарыв. Чтоб вплотную она сидела так весь, нет? А там что будет? Че? После листа вот этого. Стена что-то. Обычная стена. Ну еще утепление вроде как. Я не помню уже. Сейчас посмотрим заодно. Уже открываем. Здесь нет, да. Ничего. А, все. Так. Еще надо было отвертку засунуть, да? Подожди. А, вот так. Сейчас попробуй. Во. Еще держи, где ты еще не выкрутил. Вроде все выкручивал, или она так плотно сидит? Наверное, плотно сидит. Да, вот. Один не заметил стук. А как ты обратно закручивай будешь? Ну так же, как я крутил. Сейчас выкрутил, да? Угу, выкрутил. Сейчас посмотрим. Здесь нету. Здесь выкрутил, здесь выкрутил. Здесь нету. Вроде все выкрутил. Она просто плотно сидит еще. Хочу посмотреть, что здесь. Это что такое? Здесь нет. Что-то только самолет. Здесь рейки деревянные идут. Мне кажется, здесь утеплитель идет еще. Я думаю, где-то внизу там. Че, еще есть, думаю? Да. Да нет, мне кажется, все уже было круче. Если вот так, то серединки где-то не видно. Так. Она просто плотно сидит тут. Еще где-то есть, да? Да. Где только? Я думаю, где-то внизу, если она не может там. Да вроде нет. Пол еще, может, подпирает. А, ну да, тоже. Нет, все выкрутил. Да. Она там давит просто сильно вот здесь, поэтому так. Супец. Как? Вкусненько? Очень вкусно. Бомба. Бомба? Горячий? Покажи, как ты остужала. Ну, он же воздух был. Лиза вот так вот. Вот этой штукой. Хватает соли? Мне все хватает. С лимончиком. Бомбита. Ну, я картошку добавляю. Здесь копченая курица, сосиски, колбаска, оливки, соленый огурец,
Всю зажарку делаем из огурца, курицы, оливки, томатный соус еще. Это оливки? Кетчуп шашлычный. Да. Картошку. Все. Вкусный я вообще люблю солёнку. Ну, вон я самую большую кастрюлю, которую у нас в доме есть, да, сварила. Тоже обожаю солёнку. Да. Ну, кстати, давно, да? Когда я последний раз готовила, уже давно готовила. Ну, летом больно так неохота же. Летом неохота, да. А мне охота. Да? А почему летом неохота? Ну, шара же. Обычно окрошку охота. Угу. А сейчас холодно. Греет. А вот мне всегда охота блинчики. Да, почему же, когда я пеку блинчики, немножко съешь и все. Это у меня живот заполняется. Заполняется живот? Да, ты что, понятно. Давай убирать. Здесь все убирать надо будет. Заново полы мыть. Зачем это делать? Домики ты тут строишь, что ли, да? Домики? Угу. Сразу зал такой большой. Да? Ага. Огромный. Потом елку сюда поставим. Да? Когда? Зимой. Когда? А может, сегодня? Ты что? Ну да, уже снежинки висят. Еще с того Нового года. Да? С прошлого. Ну? Че, сейчас аж красивая пусть стоит, да? Че, мы зря ее купили, что ли? Раз в год только. Ладно. Так мне интересно. На улице, значит, круглый год стоят елки, да? А дома че? Какая разница? Угу. Логично? Ну и чего можно представить, что зима? Да. Год. Конечно. Всего лишь-то. Самое главное, как красиво убирать. Уже и так холодео дубео. Дубео холодео. Согласна. Давай убирай здесь. Помогай. Ремонт начался, да? Угу. Потихонечку. Ну, топтай, конечно, и поломай. А что ты? Нельзя было половину оторвать обоев. Я думала, она целиком идет. А что здесь будем? Так же шпаклевать или обои? Я подумаю, что сделать. Обои здесь 10 000 надо. Здесь много. Здесь, да, здесь 4 больших рулона. 10 000. Это тогда у нас вышло 10 000. Здесь обошьем. Не надо, МДФ, ты чего? Здесь и так второй этаж. А пластик, нет, здесь спишь этим пластиком. Дерево. Да не, ага. Дерево же не. Ой, оно обработанное, Валер, не надо нет, такое. Так, не надо. Здесь либо белит, либо обои. Помимо того, что здесь ОСБ, это мы накосячили, нельзя было здесь ОСБ делать. Еще ты МДФ хочешь. Можно все снять. Вот это вот, когда сложишь на свою полку. А это мои, что ли, вещи, да? А чьи? А я думал, ваши, я не трогаю. Здесь вообще бардак, здесь вон убирать надо все. Вот эти красавицы тоже, носки. Элиза, вот что это такое, а? Вот завтра будешь убирать, мне помогать. Садик не хочешь? Нет. Будешь убираться. Добрый вечер. Мама с ревизией. Добрый вечер, я диспетчер. Что это такое? Мой домик. Какой твой домик? Ты что, здесь спать собралась? Настя, давай расстилай его. Что, с ума сошли? Нет, а что? Здесь так детским садиком пахнет. Да, это детский садик, а что? Да ничего. Давай, убирай. Пыль. Одна пыль. Вообще здесь так детским садиком пахнет. Не надо, давай, расправляй диван. А, Настя, ты здесь не подметала, что ли? Нет. Надо будет убираться завтра. На место, где взяла? Не буду. Давай, расстилай, говорю. Настя, здесь давай убирай тоже все. Вот эти фантики, вот эти, вот это все. Кто это себе массаж делает? Ты себе массаж делаешь? А кто это порвал уже, массажер? Где? Вот. Кто так сделал? Он потом не будет массажировать? Не я. А мне кажется, именно ты. Что-то у меня ощущение такое. Ничего. Настя, все, давай. Со стола вот здесь убирай. Мам, не надо. Ты что, вообще? Ну-ка, убирай семечки. Нет. Сдурела, что ли? Нет, убирай.
Что помойку-то разводить? У вас здесь скоро мыши с крысами появятся. А как ты хотела? Вот вы говорите, мне страшно, мне страшно. Вот поэтому и страшно, потому что бардак. Когда дом бардак, домовой злится и пугает. Домового нет. Есть. Злится и пугает. Кто? Домовой. Как? Это он такие мысли в мозги посылает. Может. А как ты хотела? Ты не заметила, как только грязно на втором этаже, так вам сразу спать страшно. Мама, а домовой порядок любит. Вот давайте мама, убирать. Мама, вот что ты сказала, мне еще страшно. Вот убирайся. Стало. Давай убирайся, чтобы страшно не было. Вот когда будет порядок, тогда и домовой вас пугать не будет. Давай убираться. Страшно им. Сейчас будет страшно, если я ругаться начну. Нет, все, убирай. Ну и, Настя, это вообще что такое? Семечки на постель. Молодец. Вот и эту складывай. Твоя простынь где, красавица? Она простынь и одеял куда-то бросила. Вот давай, порядок наводи. Фрося! Фрося! У тебя все хорошо? Она колодец. Или ты в шоке? Вот это вообще как у нас здесь оказалось, когда это... Маленькая. Это я убирала вообще. Они все вытаскивают. Ефросинья. Тихо, она сейчас упадет. Ребята, она королева вещей. Королева вещей. Скажешь, конечно. Папа моет полы. Не мою, протираю. А, Ефросинья, дай. 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 Ефросинья. Вчера, кстати, купали их. Искупали. Ей здесь тепло, да? Вон как она. Как она вообще залезла? Не вот знаю. Эти полотенца надо не гладить, так сложить. Она кололева. Просто кололева. Надо гладить. Завтра гладить надо. Да? Это я кололева. Завтра будем гладить. Валер, тебе джинсы нужны? Или тебе их погладить надо? Нет, ладно. Ладно, спи. Давай, ложись. Ложись. Завтра я тут уберу, все поглажу. Спи. Спи. Ложись. Ложись. Фрося, смотри. Фросик-то, конечно, Валер так любит. Она же это, Настя-то, все детство ее укутывала. Убирайтесь, убирайтесь. То есть можно вот так положить? Тебе так лучше, да? Вот. Запихнул Валера сюда велосипед. Надо фитболу вот эти. Вот уже столько времени, они все равно вонючие какие-то. Надо их убрать. На них прыгаешь. А, видимо, отопление сейчас включаешь, поэтому так. Каски. Лиза, потом не забыть. Убирайтесь. Вот вам. Ну все, уже ложи на место. Когда мне надо было. Ты положи аккуратненько вот эту иголку, потом у тебя будет труд, и надо будет это шить. Ты положи, вот здесь что такое? Здесь эти. Вот это вот, что здесь за помойка? Вот сюда, в коробку какую-нибудь. А у меня помойка. Настя, а что здесь в тетради? У не тебя? Знаю, ты Лизу убирала. Ну-ка, а зачем ты Элизу просишь? Смотри, вот у тебя по родному языку здесь, где мусор. Ты здесь сама должна прибираться. Она ж тебе вот опять по родному языку. А что у тебя две? А вот это ты использовала тетрадь? Ты, я говорю, всегда бери ее на запас. Вдруг она нужна. Элиза тебя папа зовет. А вот это выбрасывать вашу. Чистые листочки оставить? Помойка, мы потом берем. Ну, я знаю, ты потом спускаешь. Вот, давай, вот это тоже. Выбрасываю все. А иголочку где здесь? Где у тебя же была коробочка какая-то, чтобы положить? Нет. Вон там еще, смотри. Вот это весь мусор. Где маска? Ну, вон. Элиза, ты вот это режешь, так надо убирать. Выбрасывать, а ты все сюда заваливаешь, закладываешь. Профилактика называется.